делаем еще тесто. Да, вот мы мальчиков проводили. Пацанов проводили, кого-то в садик, кого-то в школу. Ну, мне его. Все участвуют. Все? Помяла? Мам, я хочу с ложкой. С ложкой. Нет, с ложкой не надо. Сегодня хлеб получился как никогда. Ну, прям вообще. Он божественный, божественный. Там мы еще пожарим. Тост сделаем. Ну, я хочу свежий один, да. Не жареный, да? Вот. Смотрите, какой. Ну, да, идеально. Корочка, он, конечно, не такой, как типа из белого хлеба. Но мы же знаем, что это нормальный хлеб, как бы. Ну, ты сядь, я тебе подам. Марты почти настоящий бутерброд с икрой. Такое домашнее масло с кешью. И икра из чия. Как тебе? Ой, а глазки-то зачем вот так закатывать? Мы тут с Мартой гурманим и кайфуем. Это реально вкус детства. Ее с маслом с икрой. И самое радость, что хлеб сделала сама, масло сделала сама и икру. Супер кайф. Мартуся тут кайфует. Я уже здесь, где слов хожу. Уже там не хожу. Давно. Ну, сядь и кушай. Давно назвали я так. Когда еще никто не родился, когда никто. Это что? А кого любит Кира? Тебя, Боба. А Вова кого любит? Я? Еву. Правда? Она у меня. Да, а я думаю о Раде. А Раде кого любит? Рому. Рому? Но я не знаю, какая Рому. Давно пришло сообщение, что ты лимит свой исчерпал. Я сейчас папе буду звонить, жаловаться. Мне вот такая вот парочка. Очень классная. Помощников. Супер помощники мои. Супер сила. Да, Марта кладет, а Вова молит. Я тут нажарила красоту, все по отдельности. Получилось очень красиво. Вот сейчас с картошечкой будем кушать. Подсолю и готово. В общем, когда отдельно все это жаришь, все классно поджаривается и красота получается. Как, Климасик? Очень вкусно, бомба! Просто! Да. А Вовка тут нос воротит. Угу. Давай, пробуй, Вов. Это очень вкусно. Ну вот, видишь? Мам, я принцесса. Давай, ротик открывай, принцесска моя. Мам! Может, все
Вов, пожалуйста, не лази, поешь. Ну что вы за дети такие, а? Да, мы поворотники. Да. Ну вот на ночь вышли тут покататься. Тетя Клим со мной сядет. Да. Подождите. Молодец, Клим мусор вынес, помощник мой. Я с мамой поеду. Давайте я вас буду снимать. Нет. Страшно мне. Вот вы экстремалы. Давайте я вас сфоткаю, тут свет такой хороший. Можете скучковаться? Молодец. Давай наш теперь. Десятиминуточку. Она потеряла лягушку из вида. Молодец какой. Мартуся читает книжки. Как будто бы у нас такая идиллия. Ага, как будто только что не было столько тут срачек, будто мы не убирали сейчас. С 8 часов начали убирать. Как же так? Довольно ли? Ну, я отдохнуть. Да, полтора часа отдыхали. Че, как дыня? Чудака был готов. Спасибо, спасибо. Вова, как дыня? Убери вот эту грушу отсюда. Сейчас скажут, опять есть дыню, сейчас же не сезон. А че? У моей Марии. Так, не сезон. У моей Марии.